Здравствуйте! Мы предлагаем вашему вниманию последние новости валютного рынка, подготовленные информационной группой InstaForex TV. С вами я, Ольга Витковская. Темпы экономического роста Китая, скорее всего, продолжат свое ускорение. К таким выводам можно прийти, учитывая предварительные данные, опубликованные исследовательским агентством Market Economics. Согласно последнему отчету, индекс деловой активности в основополагающем секторе китайской экономики растет 5-й месяц подряд. В январе показатель вырос до отметки 51,9 пункта, вновь превосходя прогнозы аналитиков, ожидавших роста лишь к 51,7 пункта. 1 февраля выйдут окончательные данные, и если они подтвердят предварительные, то нынешнее значение окажется максимальным за последние 2 года. Следует учесть, что столь активный рост производства наблюдается в пределах целевых значений, установленных правительством в прошлом году. Министерство промышленности КНР продолжает ориентироваться на 10% уровень роста промышленного производства в стране, тогда как в 2011 году этот показатель в среднем приравнивался к 14%. На фоне нестабильного как внешнего, так и внутреннего спроса на китайские товары, представители министерства не торопятся наращивать производство. Вы смотрели актуальные новости об экономических событиях на InstaForex TV. В студии была я, Ольга Витковская.